грешного. Сюда мне, Господи, помилуй меня. Еще с вами согрешил, Господи, прости меня грешного, помилуй. Очень всех на Тебя, Господи, уповает, и даешь им пищу во благовремени, и отверзает из щедрого руку Твою, исполняет всякое животное благоволение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. За молитву причисти Святой Матери, всех святых Твоих, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Боже, милости, будь не грешного, создав меня, Господи, помилуй меня. Без числа согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Мы садимся сейчас за стол, а то у нас время, когда мы вместе все. У меня день необычный, сегодня вчера ждали, платформа не пришла с бульдозером. Значит, сегодня будет. Я вот иногда на тот дом, я вообще редко бываю. Вчера пришел, посмотрел там, и везде у меня выходят завещания. Вот, например, стоит она прямо здесь, видно, что рыба кипит. Ну, под ее подложи, под противень-то, я говорю. И она не будет ни гореть, ничего, и жар будет. Вы как-то делаете бесперспективно, так сказать. Я повернул голову направо, сам не знаю еще. Днем я сказал, дети маленькие вот эти, дошкольники, они часто могут спать. В какое время выберете, чтобы 2 часа прошло после еды. Так было? И вы сразу там сделали. Я заглянул туда. Один спит, а другой балуется. Не спит тут еще уже. А этот сидит что-то там. Зачем его туда? Он не хочет спать, не надо его давить. Пусть он выйдет за стол, садится, там что он пишет, играет и рисует. Нет. Мало того, кто-то там сделал задвижку. Убрать задвижку совсем. Оторвать. Шпингалет. Гляжу, ребятишки или ребенок там двое закрыто. Как так? Я не вижу, как то где. Рядом я замерил шагами 2,5 шага. Топится русская печь и голландка. И дети закрытые. Вы что делаете? У нас хороший мальчишка был в лагере. Паша. Родители ушли на работу. Что там внизу, неизвестно. Но дело в том, что видели в окно, как он кричал, бился. Решетка, дверь заперта, ребенок сгорел. Двери подперты были, когда говорят там, сколько их погорело в театре. А там ваши шпингалеты все. Я положил табуретку боком, чтобы ребенок двинул и выскочил. Потренировались вчера? Потренировать. Чтобы они знали, куда бежать в случае чего. Вы, понимаете, вперед на полшага, когда они глядят, это так. Ты вырос, тело вырос, а душа маленькая. Я простые вещи начинаю вам рассказывать. Неповторимо, необъяснимо. И никто верить не будет, и ребенка нету. Вы понимаете, что дальше будет? Дальше вы, взрослые, с вами дети. Хорошие ребятишки. Наказываю в бане или где, показал им, что где-то дальше. Помыл их там, сам одевший там или как. И проще, не прикасаться лишний раз к детям. Я слышал, в Думе проводят закон или провели его. Глеб Грозовской, священник. Что там было? Ничего не доказали. 14 лет хлобуснули. За убийство 5 лет даже не дают. Это все дурят. Это разные там гомосексуалисты и прочее. Для них открыто насилуют малолетних детей. А это трудно доказуемо. Я 45 лет с детьми, обвинений ни разу не было. У меня другое там, жесткое, кто не понимает, жестокое обращение детей. Суды были, ничего не доказано. Надо знать ровно, строго. Мне доверили родители, я должен вернуть ребенка. За ребенка я ответственен перед Богом, перед Уголовным кодексом и перед совестью. Вам понятно всем? У нас было такие, начинали учить где-то, я их живо отсюда убрал. О чем учить ребенка? Не тебе учить. Дальше. Везде все время говорю быть экономными. Вчера гляжу, жечь собрались. И вижу вот это хорошее, соль нам помогли достать, называется «Байкалочка». Лежит один пакетик, второй, третий. Это что такое? Это так вскрывает? Я ни одного конверта еще не оторвал, чтобы вот так вот взять конверт, пришел оторвать. Ни одного за всю жизнь. А такое пистолярное наследие у меня, 1200 конвертов в год уходило. 1200 конвертов я покупал. И не меньше
получал, интернета не было. Как тщательно, если не открывается, карандашик подсунул под клапан, постепенно Хрущевна поднимает, поднимает, откроет. У меня все конверты целые. Вот это варварская, как, тем более, смотри. Лежат ножи здесь. Вчера стал исследовать, кто это рвал? Какой пес, какая бешеная собака? Все спрятались, каждый за задницу ухватился. Во-первых, высококачественная. На солнце не пропадает. Ты в путешествии спички заложил, когда она целая вот здесь вот так. Вот, вот где уже заклеено, ничего не сделаешь. Чтобы провести вот так, ножницами можно. Зачем угол отрывать? Угол лежит, выходит так. Ну пролежь ты вот здесь вот, вот это оторвать. На кухне. Мне не надо рассказывать, я понимаю, ты идиот. Идиоты рождаются и их воспитывают. Вот оно что. А сколько сожгли? Сколько здесь? Соль. Пищевая, соль с земли сибирской. Ну тут понятно сколько, наверное, полкилограмма или килограмм. Один килограмм. Да 30 килограмм, ведь это скотину может кормить. И сразу в бане 3 килограмма. Вы понимаете, что такое? Человек 17 грамм, кажется, всего надо-то. Сразу 3 пакета, где они где-то же лежали оторваны. И больше нас никого здесь нет. Так ничего не нашел. На память дарю вам. Обрежете и увезете с собой. Хотя это не вы делали. Точно так. Паспорт заложить, что угодно, не промокнет. Не промокает. На солнце не портится. Высококачественная обложка. Возьми на память. Я не нуждаюсь. Возьми на память. Какая память-то? У тебя вперед прогляда шага нету. Бери. Сделай, что-то там положишь, не выбраться. Обрежь аккуратненько. А это тебе, Владимир Александрович, возьмешь здесь. Покажи, еще мы обедаем, спрашивают опять. Что здесь у нас на утро сегодня? Четверг. Это что? Суп молочный. Суп молочный. А здесь компот, да? Компот, да. Вот здесь? Манная каша. Манная каша. Тоже молочный. На стол уже положили. Вот посмотри, что. Хлеб, карасики. Ну, караси в разных видах. Это так, такое приготовление, сушеное, гальяны. Вот люди, которые не соблюдают, спрашивают, а вы свинину едите? Я сегодня написал, мы ее даже в дом не запускаем, свинину. Она вредная для здоровья, не потому что нельзя, есть можно все. Вот все, садимся за стол. Так, хотел сказать, чтобы не забыли, еще раз напомню, что в эту субботу мы на трошек, которые чистили, пойдем. Вы уезжаете уже во вторник. Поэтому нам минимум, как в понедельник, надо зайти на свой шлюз еще раз пройтись. Потому что там у нас никого больше нет. Мы трое. А тут тогда минимум 5 человек. Тащить и хлопать. Все. Господи, Иисусе, Господи, Господи, помилуй меня. Три. Там положили. Перекусил. Да. Но он пьет с утра обычно. Ой, я уже пил там бутерброды. Я каждое утро пью там. Ну, он пьет. Болели самое.